Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Это видео посвящено тому, как откалибровать приложение Samsung Monitor Здоровье для измерения ЭКГ артериального давления на часах Samsung и смартфоне, в данном случае не Samsung. Это возможно, если у вас стоит модифицированное приложение, или если у вас часы Samsung и смартфон Samsung, но регион неподходящий, где не работает данное приложение, тогда смотрите инструкцию в описании видео, сможете поставить вот это вот модифицированное приложение и откалибровать его. Калибровочка, что в модифицированном, что в официальном приложении, одинаково. Поэтому мы с вами начинаем. Нажимаем с вами на приложуху, сейчас я его сперва выгружу, и по новой нажму. Нажал, дальше принять. Здесь мы вводим имя и фамилию. Здесь же мы с вами на часиках запускаем. Опс. Хотя можно было и не запускать при использовании. Все, вот так пусть будет. И вписываем. В моем случае. Алекс. Пишу фамилию. СВ. Выбираю дату. 7 в моем случае. Мая 74 года. В обратную сторону, значит, я иду. Сохраняю. Мужской пол, конечно же. Окей. Дальше продолжать. И здесь разрешить. Прочесть не надо, зачем нам это надо. И нажимаем «Откалибровать». Нажимаем «Далее». Нажимаем «Далее», нажимаем «Далее». В моем случае вот такой вот у меня тонометр. Видите, незатейливый. Но он говорит, устройство должно плотно прилегать к коже. Здесь мы проверяем часики, чтобы у нас все плотненько прилегало. Нажимаем «Далее», нажимаем «Далее». Все, включите тонометр, нам говорит. Мы включаем с вами тонометр. Все, тонометр поехал. Здесь написано, что через 2-1 секунды начнется измерение на часах. Можно. Здесь, видите, появилось ввести значение. В моем случае это 119 на 67. Мы с вами вводим 119 на 67. Нажимаем звездочку, принять. И все, поехало по новой, короче. Опять-таки надо включить тонометр. Мы с вами его включаем. Измерение на часах у нас тоже пошло. Готово. Опять вводим 130 на 69 в моем случае. 130 на 69. Нажимаем галочку «Принять». И опять все по новой. Вплоть до третьего раза. Но это последний раз уже. Поэтому опять нажимаем старт. На часах тоже у нас все запустилось, как вы видите. Все, мы с вами вводим третий раз. 121 на 66, 121 на 66. Окей, принять. Все, готово. Нажимаем окей. И мы теперь можем пользоваться нашей функцией измерения давления. Нажали, измерить. Все. Окей. Начинается измерение. Готово. 128 на 76. И у меня здесь показывает. Теперь ЭКГ. Нажимаем начать. Далее. Далее, 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 далее. Готово. Все, после этого у меня можно измерить и ЭКГ. Уже я просто нажимаю на ЭКГ. Дальше показана картиночка, как это все держать. И теперь просто нажали палец. Самое главное, чтобы он не прикасался к коже. Готово. На это ЭКГ нет признаков
предсердечного какого-то мерцания. И здесь тоже у меня показано. Пожалуйста, получайте уведомления. Мы здесь можем, кстати, настроить уже уведомление включить. Готово. Все. ЭКГ и артериальное давление. Как выйдет новый мод, где можно будет уже измерять и апноэ именно на часах Galaxy и телефонах не Samsung или Samsung, но там, где это не разрешено в регионах. А если у вас все официально работает, то и апноэ у вас тоже уже работает. Вам же напоминаю, что вы были на канале Smartwatch. Подписывайтесь. Пока.